Подготовка льда – это длительный процесс и занимает очень много времени. Нам необходимо нарастить толщину льда в 4-5 сантиметров. Но просто взять и налить воду, чтобы она стояла – это неправильно. То есть это некачественный лед будет и очень хрупкий, и хоккеистам будет по такому льду кататься некомфортно. Сергей, давно! Я с тобой! Изначально процесс происходит по очистке бетонной плиты, чтобы никакого мусора, никакой грязи на ней не было. Мы наращиваем черновой слой, так называется. Он составляет около сантиметра. Так как у нас бетонная плита серая, для телевизионной картинки, вообще, чтобы можно было видеть шайбу на серой плите, черную шайбу видно очень плохо. Мы лед красим. Существуют способы покраски бетонной плиты, но в нашем случае мы красим лед специальной краской для льда. Необходимо около 4-5 слоев краски, чтобы закрыть полностью 1800 квадратных метров. Это где-то приблизительно около 240 килограмм краски. Затем эта краска закрывается защитным слоем, также рейками мелкими дисперсии проходится и закрывается защитный слой тоже около 2-3 мм, для того, чтобы уже краска не размылась. Дальше уже идет процесс укладки, разметки, чтобы уже придать вид поляне, которую хоккеисты видели, где у них ворота, где вратарские зоны, куда все сбрасываются шайбы. Вот самый интересный процесс для меня, он, поляна преображается, становится яркой, красивой, интересной. Потом идет укладка баннеров для рекламы. Также процесс очень интересный. Поляна преображается, становится красивой. И зрителям, и для телевизионщиков это очень приятно смотреть на такую поляну.